Все случилось прошлой осенью. На въезде в Димитровград инспекторы ГИБДД остановили фуру за перегруз. И уже в кабинете у инспектора в отделении местного ГИБДД находчивый предприниматель положил инспектору на стол взятку – 10 тысяч рублей. А цель самарец преследовал простую и деньги предложил за определенные услуги. Разрешение выдать со штрафстоянки Смирнову, как представителю ОСТЭК, транспортное средство с грузом без фактического устранения причин задержания. Статья Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на дачу взятки должностному лицу» предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы либо штраф. Суд согласился с представленными гособвинениями доказательствами и с учетом личности подсудимого назначил наказание в виде 350 тысяч рублей штраф доход государства. Татьяна Баловнева, Анжелика Боровинок. Новости Димитровграда.